Книга «Открытым оком», том 6, вопрос 1582. Тема «Христос есть Бог и человек». Можно ли называть любимого человека солнцем, если одно из имен Христа – солнце? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Человека даже Богом Писание именует, а уж солнцем тем более не возбраняется называть. Псалом 83:12. Ибо Господь Бог есть солнце и щит, Господь дает благодать и славу, ходящих в непорочности Он не лишает благ. А то, что Христос так называется, так Христос называется и Агнцем, и Пастырем, и Дверью, и еще почти 500 имен у Него. Так что же, все эти имена человека... Все же всеми имени человека назвать нельзя. Можешь называться, но это немало не поможет. Книга пророка Амоса 9:2. Хотя бы они зарылись в преисподнюю, и оттуда рука моя возьмет их. Хотя бы взошли на небо, и оттуда свергну их. Если сравнение имеет в себе подобие, то можешь называть подобающими именами. Книга пророка Даниила 12:3. «И разумные будут сиять, как светило на тверде, и обратившие многих к правде, как звезды, вовеки навсегда». Книга Песней 7:8. «Этот стан твой похож на пальму, и груди твои на виноградные кисти». Книга Песней 6:4. «Прекрасна ты, возлюбленная моя, грозна, как полки со знаменами». Сирахов 27:20-21. «Что солнце, восходящее на высотах Господних, то красота доброй жены в убранстве дома ее».